Здравствуйте. Что меня могло побудить снять это видео? Побудило меня прежде всего того, что друг мой виноградарь позвонил мне по телефону и сказал, у меня что-то с ягодой произошло. Она начала изюмиться на кустах. Я переспросил у него, ты срывал листья от винограда? Да, срывал. С какой стороны? С южной. Я говорю, вот тебе и результат. Жара большая на улице, ягода эта начала морщиниться, изюмиться. И вот тебе результат. Больше так не делай. Конечно, он сказал, на следующий год этого больше проделывать не будет. И поэтому для всех начинающих виноградарей это надо запомнить. С южной стороны никогда не обрывайте листья над гронами винограда. В хорошую жаркую погоду эти гроны будут морщиниться и, соответственно, будут изюмиться. И вы не соберете полноценный хороший урожай, и ягода не будет иметь такого товарного вида. Поэтому лучше пусть так будет, как оно есть. Вот видим, на моих виноградных кустах я лист не обрывал. Ягоды, вот они все, не находятся под листвой. Зачем мне спешить или кому-то показывать красоту этих грон? Этого я не хочу показывать. Вот они все у меня ягоды здесь. Все они под листвой находятся. Гроночки хорошие. Это сорт винограда Кадрянка. Он тоже меня изюмился, потому что я в прошлом году тоже оголял нижний ряд листьев. И у меня был этот печальный итог. Ягода изюмилась, морщинилась. А в этом году я решил поступить иначе. Не надо этого делать и учить этого не надо. С северной стороны, пожалуйста, а с южной не надо. Я тоже смотрел много до этого видео и срывал листья над гроздьями винограда. Чего делать нельзя. Надеюсь, что это видео будет полезным для начинающих виноградарей. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю богатых урожаев. Всего доброго. До свидания.